Региональный этап международного фотоконкурса был организован Смоленской атомной электростанцией и администрацией города Десногорска. Его участниками стали 35 юных фотографов-натуралистов Десногорска и Рославля в возрасте от 14 до 17 лет. На суд жюри было представлено более 130 работ экологической направленности. Работая в жюри конкурса и видя ваши работы, меня лично очень порадовало большое их количество. Это замечательно, что так много творческих ребят живет в нашем городе. На снимках пейзажи, птицы, звери, насекомые и растения. Необычность и притягательность представленных работ в том, что их авторы не профессионалы, а школьники, сумевшие показать свой взгляд на мир, окружающий Десногорск и Смоленскую атомную электростанцию. Хотел бы сегодня, пользуясь случаем, пожелать всем молодым талантам, кто занимается фотографией, конечно же, творческих успехов. Развивайтесь в этом направлении, получайте новые навыки и принимайте участие в различных конкурсах. Участники фотоконкурса в торжественной обстановке получили памятные подарки от Смоленской атомной электростанции. Первое место в региональном этапе конкурса заняла фотография «Подражание Куинджи» Анастасии Тихоновой. Необычные композиционные решения отметила жюри в фотографиях Софьи Котовой и Дмитрия Удалова, которым присудила второе и третье место соответственно. Еще 10 школьников были поощрены в специальной номинации за творческий подход. Виталий Волков, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна ТВ.